Приехали вчера в Тюмень, вечером поздно, уже по темноте снимать ничего не стали. Вот. Приехали по такому поводу, сейчас поедем в магазин. Саня нашел ружье, я вызвался ему помочь, посмотреть, чтобы не было косяков, изъянов. Ну, в общем, чистота сделки юридическая и физическая. Практическая. Практическая, да. Главное, чтобы практическая была. Все договорились, человек уже там должен подъехать, мы сейчас тоже подъедем к магазину. Там, не знаю, получится снимать в магазине, нет. Ну, как бы хотелось бы снять все, как это происходит. То есть 800 километров ради хорошего ружья сюда отмахали. Посмотрим, приобретем. Если, дай бог, оно нормальное, все хорошее, как хозяин описывал, то потом мы снимем, покажем, какое оно из себя. И запакуем в ролик. От себя что хочешь сказать? Что, я весь в ожидании? Да, у него, кстати, день рождения вот тут, в ближайшее на время. Днях. Будет подарок. Он себе подарок сделал, жена там его поддержала. Я тоже со своей стороны поддержу. Дай бог ему здоровья, что вы, дай бог, это ружье будет. Классно. Рябчики сыпались прям вообще. А что рябчики, медведи? Медведи, чтоб сыпались. И гуси. На гусе у меня есть пятизарядка. Так что так, двигаем. Я сегодня в этот залажу, блядь. Чехол, блядь, и это, второй выполнил. Я его найти не мог. Магазины родные. Родные, ну. Вот видите, на штучных все подогнано, все было идеально отполировано, все ровненько, ружье в идеальном состоянии, сейчас еще ствол гляну, так все вообще очень прекрасно. Все охеренно, все охеренно. Ружье в очень хорошем состоянии. Соболями. Законный, почти законный. Счастливое лицо. Еще и деньги дают. Еще и здесь деньги дают за то, что... Спасибо. Все, счастливое.
Тюмень вообще, она что-то богата сюрпризами. Сейчас видели СКС еще. Кстати, в магазине висит на комиссии СКС 49-го года. То есть чуть-чуть газоотвод другой, в идеальном состоянии, еще советской. Советского огражданивания у детка был в идеальном состоянии, ствол 7,67, по-моему, они сказали, парни. Мы его там разобрали, попытали, поковыряли, есть штифт стоит, ну как положено, все уже огражданино, но идеальное состояние, просто ценник смешной, 13500 стоит ценник продажный, то есть он комиссионный ценник вообще хороший. Блядь, это звук. Да, ружье штучное, поэтому затвор доведенный, затвор ходит. Хорошо все это. Ну, попробуем еще патроны как ложатся. Как с патронников уходит. Ну, я просто, я не то, что там хозяин, да, но я за хозяин на этого ружья доволен, рад. Вообще не царапит ничего. Просто идеальное ружье, идеальное. Не зря 800 километров отмотали, чтобы приобрести вот эту ружбайку. Это просто бомба. Не зря, не зря. Все, спасибо. Едем домой, пока все едем нормально. Домой. Все счастливы, всем хорошо. День рождения удалось. О, что-то видишь, шапку снизу. Что, едем, Тобольск проехали, уже вечереет. Вышли ноги потоптать. Потоптать ноги, покурить там. Попутчика взяли. Короче, Саня взял попутчика, еще и деньги за бензин отбил на обратно. Почти. Почти. Ну, это уже это второй вопрос. Вот. Пока ехали, нашли клиента на карабин. И этот карабин уже продан. Вот. Карабин в идеальном состоянии, позвонили Корефану, он загорелся, все, созвонился и, может быть, даже уже по оплату произвел. Вот. Саня, короче, едет, рот у него не закрывается, постоянно улыбка, я не знаю, что делать. И он тут расстроился буквально там полчаса назад, говорит, блин, я даже не вскинулся, так хотел скинуться и забыл, говорит, от счастья вскинуться. Ну, я его уверяю, что все там хорошо, все нормально. Ружье идеально всем подходит, среднего роста, когда человек там с нормальными руками, не с длинными, у него все нормально вроде. Ну, чуть-чуть это подработает там. Да. Фигуру сделает. Фигуру-то недолго сделать. Да. Видите, улыбка у него не сходит с лица. Вот оно, счастье охотника настоящего. Че, скажешь? Все, ожидания закончились. Сейчас да. Надо пульнуть, поехать. Сейчас куда-нибудь. Пульнуть. Надо. Раз получить разрешение. Хочет пульнуть. Но я оказался хитрее закона. Я взял свое разрешение, и Саня уже купил пулик, чтобы пульнуть. Но мы пулять-то тут не будем. Ладно, всем привет. Всем пока. Да. Следите за видосами. Дальше ставь, больше. А, как говорят, ставьте лайки, дизлайки, там, комментарии. Да, пальчик вверх. У кого еще, кто еще может, тогда пальчик вверх. А кто уже, ни у кого уже пальчик. Тогда что делать? Карандаш вверх. О, Шишига. Шишига едет, Шишига. Там какой-то в шап... А, печка еще топится. Печка... А, дровами пахнет, прикинь. Он едет, а у него печура топится. И дровами. Он, видать, сосной топит. Сейчас он разгонится. Топку дров подкинул, я не поехал. Итак, моя мечта в моих руках. Мечтой я не разочарован. Ружье досталось в идеальном состоянии. Ружье в состоянии нового, я бы даже сказал. Полировка. Все в идеальном состоянии. Тут вот есть пару коцок, но это как бы не суть. Ствол без ржавчины, без намека на ржавчину.
идеальном состоянии. Магазин продавец продал с двумя магазинами. Тоже практически нет следов. Ну, есть, но видно, что мало пользовались. Потертостей на цевье никаких, что кто-то им пользовался. В рукояти тоже вот здесь ничего. Ну, я покажу. Вообще ничего. Идеальное новое ружье. Ружье 90 года. На данный момент ему сейчас 28 лет. С хвостиком 3 месяца. Сегодня был уже в МФЦ, сдал документы на ношение, хранение. Скоро будут готовы. Сейчас это быстро делают. И тогда мы отправимся с ним на охоту. И тогда я попробую, что такое болтовик. Очень быстро перезаряжается. Ложится хорошо. Песня, песня, а не ружье. О! Все, перезарядил. Как бы так. Ну ладно. Получу разрешение. Схожу с ним на охоту. Незамедлительно. И потом расскажу о своих впечатлениях об этом ружье на охоте. Я думаю, оно меня не разочарует. Легкое, удобное. Для ходовой охоты пойдет. Кстати, паспорт даже сохранился. Записано, кому он был продан. Продано оно было 22 февраля 91 года. Цена была 400 рублей, я так понимаю. В 91 году это ружье стоило 400 рублей.